Так, ну что, мы готовы идти на следующее место. Будет оно какое-то интересное. Дина уже занимается тем, что поднимает якорь, снимает превентер. А идем мы вот за вот этот мыс. Вот так вот заходим, и где-то там на островочках будут стоянки. То есть у нас переход маленький. Надеюсь, течения большого встречного не будет. Сейчас у нас 8 утра. И я думаю, что хай-тайд будет у нас где-то в 9 сегодня. Поэтому мы там плюс-минус на высокой воде пройдем, куда нам надо. Тут, когда идешь, много рыбачков стоит. Мы сейчас проходим вот тут рядышком совсем. А нам нужно куда-то вот в районе того острова, который спереди. Мы сейчас отсюда будем заходить, скорее всего. Здесь куча сеток сбоку. Видите, такие фермы прямо стоят огромные. И у нас здесь ферма идет по правой стороне. И вот там вот большая ферма, которая идет слева. И мы как бы так между ними пролазим. Непонятно, есть ли между этими фермами проход. Но будем надеяться, что есть. Потому что выглядит оно, конечно, просто залазишь в кучу поплавков. Амфиб. Амфиб. Так, спереди вот уже лодки появились, но мы куда-то туда идем и будем искать буи, потому что если здесь буев нет, то отсюда надо уходить и идти дальше, потому что здесь нету стоянки на якоре. Ну что, изловила? Я думаю, нам нужна веревочка, которая вот эта вот плавает, да, синенькая. Ту излови. Да, да, бери вот. А, видишь, она вообще из двух частей состоит. Одна на правую утку. Ну давай, кидай. Это отбрасывай? Да, да, да. Вот эти бери, одну на правую утку, одну на левую. Ну вот. Поздравляю с приплыздом. Так, все, мы стоим тут, делаем его марку пил. Марка у нас неправильная, потому что здесь у нас в марке якорь, а мы ему ставим буй. Все, готово. Все, стоим на буйке. В крыла, дыхаючи вильно, мандрую яхта по свету повильно. Плакует по казинах, по далеким островам, и в порно на крыле нею капитан. Там
пошли. Где здесь магазин? Там был какой-то магазин. Нет, тут он. Вот, я думал, что это вот он. Hello. Нормально, все прям по 3 доллара, ну по 5 долларов все блюда, даже пицца есть, ничего себе, ризотто, панини, это, кстати, то, что нам тут рекомендовали, итальянский ресторан, великолепно, класс, подходит. Печенька, тирамису. Пицца. Термакаси. Как тебе тирамисятина? Очень вкусный. Хороший? Угу. Итальянский ресторан. Знают толк. Даже выглядит, наверное. У него прям прикольный. Классный. Не на азиатский манер. Прям такой нормальный, стандартный. Классический. И экспрессо. Кафе Малинари у тебя там написано. Экспрессо. Это дерево, это тамарин. Вот эти фрукты висят такие маленькие. It's just a little bit bitter and sour, yeah? Mm-hmm. Right. Ну что, Сереж, задачка? Со звездочкой? Как выехать? Смотри. Это можно только под вот этими вот пушками. Ну, а мы пролезем там, хватит места? Если не хватит, его надо поднимать, он может быть тяжелый. Ну, можно попробовать. Это все звучит как говно. Так что делаем? Подтягиваем яхту к берегу. Ждем, пока они уйдут. Куда проверяем? Молодцы, конечно. Поел, поработал. Ужасные вещи происходят в этом королевстве. Да ты что? Такой ты, конечно. Молодец. Дина. У меня селфи-палка, а у тебя, Сереж? А у меня... Палка-загребалка. Палка-загребалка, грибубля-палка. Палка-де-грибубля. Мы на закате решили выехать, погрести немножечко вдоль этого великолепного островочка. Может, а чего быть, ты сидя гребешь, а не потому что SUP подздутый, и я когда на нем стою, он у меня под ногами складывается. Ну ладно. Поэтому ладно. Вариантов нет. Неубедительно, но допустим. Ау! Неубедительно. А так убедительно. Итак, мы лезем под воду на острове Гили-Асахан. Этот островок находится, напоминаю, в рамках большого острова Ломбок. И, естественно, мы решили посмотреть, что здесь находится под водой. Сразу хочу попросить прощения за вот этот мигающий свет. То есть мы пытаемся улучшить наши подводные съемки. Но, к сожалению, не всегда наши...
порывы бывают удачными. И вот мы сейчас используем новый подводный свет и пытаемся сделать так, чтобы наше качество съемок было лучше. Но вот такой вот пучок света, который вы сейчас видели, он, конечно, получился очень плохой. То есть так использовать нельзя. Это спот фонари, которые мы взяли для того, чтобы нырять ночью. Но в данном случае наши пробы были неудачные. Ну ладно, в этом месте, где мы ныряем, вот вы видите сейчас такие металлические фермы, это то, как растят кораллы. Если туда подключают еще небольшое напряжение в рамках 5 вольт, то кораллы растут очень быстро. Но в данном случае просто наваривают такие фермы, и кораллы на них либо подсаживаются, либо мягкие кораллы — это первое то, что растет на данных фермах. То есть вы видите, что здесь они пытаются риф восстановить. Ну а мы со своей стороны решили понырять и посмотреть, что здесь нам предлагается. Но мы многого не ожидали от данной локации, потому что самые интересные локации, они отмечены на картах. Кстати, это тоже есть на карте, но в общем, то, что здесь происходит, нельзя сказать, что нас супер впечатлило. Конечно, здесь много рыб и много кораллов, и риф достаточно живой, и на это все интересно смотреть, но если сравнить, скажем, с другими локациями, на которых мы побывали, здесь все такое на троечку, хотя если вот сюда приехать, например, и просто там пожить несколько дней, так как, напоминаю, что место безумно удаленное и сюда добираться сложно, потому что нужно ехать через весь Ломбок, и это может занять несколько часов. То есть вот так далеко мы забрались, но с воды, лодкой это все немножечко по-другому. Так вот, если вы сюда приезжаете в отель провести несколько дней, то имея под боком такого плана риф, очень хорошо здесь можно проводить время, потому что как развлечение вполне себе приемлемо. Но ехать сюда ради того, чтобы посмотреть, что здесь есть под водой, есть много мест, которые, ну, сильно лучше в плане того, что можно увидеть, а здесь просто, раз вы уже тут, понырять, посмотреть. Конечно, здесь много рыб, которые находятся возле ферм, например, бэтфиш, которые вы только что видели. Есть и молодые особи, вот такие, которые выглядят как луна, это молодежь, а когда они вырастают, они становятся по форме такие, как сковородка, такие круглые. И вот вы видите фермы, они пытаются на них сделать разные формы, чтобы кораллы были в разных формах, но белые кораллы, которые вы видите, это уже мертвые кораллы, там, наверное, от температуры они погибают. А сейчас мы вам покажем удивительное создание. У него огромное количество имен. Самые распространенные — это пантер группер или хамбэк группер, или же барамунди кот. А еще это лапу-лапунг синьорита на Филиппинах, мира-мира в Японии или сарасахата в Индии. Ну а по-русски он называется леопардовый группер. Это животное, которое вы сейчас видите, это малыш, потому что когда они вырастают, они становятся немного другими, но очень красивые рыбки, и они прячутся под кораллами, их достаточно сложно увидеть. Но нам повезло, и вот у вас есть возможность на них посмотреть, потому что это создание просто великолепное. А сейчас мы переходим к следующей рыбке, которая тоже редкая. Это Sweetlips Орликин. В данном случае это тоже малыш, потому что когда они вырастают, вот вы видите сейчас на фотографии, как выглядит взрослый, а вот этот малыш, совершенно невероятная по форме рыба. И чем они меньше, тем они более вертлявые и более красивые. И вот вы сейчас видите существо, которое нас не очень боится. Опять же, прошу прощения за свет, который мы пытаемся его снять. Но не все попытки у нас были удачные, поэтому мы сделали свою домашнюю работу. Но, тем не менее, вы можете посмотреть на это великолепное существо, которое мы засняли. Мы решили посмотреть, обойти этот великолепнейший островочек, посмотреть, что нам здесь расскажет местная флора и фауна, а также Дина. Ты кто, флора или фауна? Человек. Ни то, ни другое.
такое странное дерево, растущее на пляже. Прям в песке. Ага. Нормально ему это. Прямо из песка. Класс. Да. Так, все, здесь, где отели, мы уже покидаем. Переходим на дичь. Дичайшую часть острова, на которой не ступала нога человека. Наступала копыта коня. Вот там вот на горе, вот там, кони тусят. Сейчас будем их ловить. Потому что, как известно, хороший конь – это не только скорость, но и бастурма. Чё себе, они реально здесь шарятся? У них вообще нету ни ошейника, ни поводка, Дина. Он бежит наверх. Будем догонять? Думаю, смысла в этом мало. А здесь вон кони вообще бесстрашные. Они, кстати, здесь вообще не привязаны, ничего, просто так стоят вот такие. О, гляньте, там и куры, и кони. Интересно, зачем вам кони, что они с ними делают? Едят? Бастурму. Это то, что сегодня было в моем бургере. А вон коза, смотри. Коза. Вон, коза. Посмотри лучше туда. Ой, там козы. Хоть разорвись, да? Ну там красивая белая. А, там их зато много. Все хорошо получается. Профессионально. Вот смотри, как корова смешная. Как бультерьер толстый. Малыш. Еще один. Это мамка его, наверное, смотри. Малыш. Щенок такой. Здесь, конечно, все очень пустынное. Дина, почему мы идем такой странной дорогой, а не по дорожке? Ты боишься кокосовых пальм? Мы на вот этой горе, которая спереди, увидели ступеньки. Сейчас попробуем туда пройти и посмотреть. Может быть, можно туда залезть на самый верх и посмотреть на этот breathtaking view. Стало? Ну да. Вау. Отсюда открывается хороший вид. Welcome to Gili Asahan. Там был черный наполовину. Да, тут белый. Может, навезли? За деньги такого не купишь. И теперь вместо нее. Мы с Диной разделились. Я иду по лоу-тайду вокруг скалы, она полезла там через забор. Нет, таки передумала, идет со мной. Что-то интересное нам появляется. Песчаный пляж. Это какой пляж? Белый или черный? Путих или Хитам? Путих. Путих, правильно. Итого, Пантай Путих. Так, ну вот мы и вышли на песочек. Ну что, ты довольна обходом этой горы? На нее лезть не будем или будем? Да нет, мы пойдем дальше, попробуем пройти. Пойдем. Еще время у нас полчаса. Да? А потом что? Массаж и сауна. Как будто нам сауны не хватает по жизни. Вот в таком жить, мне кажется, вообще можно.
Интересно, что за этими камнями будет сейчас. Что-то здесь. Надо понять еще, насколько далеко мы от нашей точки. Что выглядит, как будто не супер дофига близко. А ну, вот он поворот. А, ну вот я думаю, что вот туда и где-то там будет проход уже к нам. Руку давай. Молодец. Смотри, какой пустынный пляж. Давно лежит, никому не нужны. Так, пляжи закончились. Начались всякие камни, галька и прочие радости. Ну, вроде тут дорожка есть такая импровизированная, чтобы ноги не ломать. Это мы уже подходим на нашу сторону. Уже пошли вот первый ресторанчик, такой хомстей. И за угол уже там деревушка, в которой мы. Кстати, ресторан вроде и выглядит неплохо вполне. О, тут черный песок. Вулканический. Или вообще он. Прямо зола. Лава. Так вот мы поворачиваем. И вот уже наши лодки стоят. Ну вот мы и сделали полный круг. Наш тузик. И вот этот резорт. Всем доброе утро. У нас новый день. И мы уезжаем с этого прекрасного островочка. И едем дальше уже на север, туда на основные гили острова. Да, Диночка? Да, Сережа. В общем, сейчас мы собираемся, уже приборы включены. И будем двигаться. Здесь у нас все просто. Скидываем веревки и погребли. Все, мы свободны. Выдвигаемся. Так, вот вы видите справа горы, вот где-то вот там вот наша якорная стоянка находится. Мы просто приходим так немножечко с моря, потому что там, я не знаю, акватории, зайдем так больше снаружи внутрь. И здесь вот эта столица, город на Ламбоке самый большой, куда приходят все паромы. Мы пока будем рядом, а вот там вот, если вы вдалеке присмотритесь, там остров, это уже Гили острова. Это наша цель будет завтра. Пока сегодня мы еще останем вот тут. Вот уже видно хорошо горы спереди. Чуть-чуть, нам еще 2 мили осталось. И где-то вот там будем становиться. Так, у нас здесь стоят лодка. На буе мы сейчас немножко сбросили якорные цепи. Что у нас там? 35-36 метров. Вот нас сейчас разворачивает. Тут вон латеральный буй на входе. Один, с другой стороны там красный. Короче, сейчас нас развернет, и мы туда жопой сделаем реверс. Там резорт, а здесь справа паблик бич. На него и расчет. Так, ну что, мы развернулись. У нас тут 20 метров глубины, 36 метров. Сейчас закопаем его хорошо. Ты еще будешь докидывать? Да. Стали, а сейчас еще доливаем. На заднем ходу.
сейчас хорошо растянемся. Мы метров до 60 докинем. Так, у нас глубина здесь 20 метров, на 62 метра мы стали. Цепи 62 у нас. А бросились мы на 16, там видно такой чуть-чуть свальчик. Я думаю, что больше нам не надо, потому что зарыто так, что мы на 2500 даже с места не шевелимся. Ну, да, тузик, все, на воде, мы пришли. Надо ехать на берег и смотреть, что там происходит. Приехали на берег, здесь такой импровизированный пирс, и куча рыбацких лодочек, там отель, в общем, пока здесь вот так. Вообще данный пляж является по всем описаниям и на Google картах, и в нашей лодце написано, что это типа супер туристическое место. Но на мой взгляд это полный отстой, потому что ничего интересного здесь нет. И даже просто посмотреть, что находится на берегу, ты выходишь и попадаешь какое-то огромное количество продавцов всякого сувенирного барахла, которые тебя просто разрывают на куски. И если ты останавливаешься хотя бы на одну секундочку там поговорить или посмотреть на телефоне, к тебе сбегается все, наверное, с пляжа и пытаются тебе что-то продать. Поэтому, если вы хотите проводить время как-то так, чтобы вас никто не трогал, этот пляж явно не то место, где вообще стоит его проводить. В общем, мне здесь жутко не понравилось, но мы решили сделать этот стоп, так как он удобный был с точки зрения остановки на ночь. Мы думали прийти, посмотреть, что здесь на пляже, выйти на берег, проверить, что же на Ломбоке интересного нас может ждать. Но попали в какое-то место, которое и пляж неинтересный, и какая-то промзона, а не рестораны вокруг. В общем, если мы ставим оценку данному месту, то это даже не тройка, а, наверное, двойка. Но не забывайте, что мы-то оцениваем это все исключительно с точки зрения прихода с воды. Может быть, если вы приезжаете, прилетаете самолетом или паромом на Ломбок, может быть, это первый пляж, который будет рядом, и вы захотите на него поехать. Но для меня это ужас. Мы сейчас приехали на лодку, здесь так раскачало. Смотрите, какие волны. И они зашли совершенно с другого угла. Вот тут лодку сейчас качает, видно хорошо. И это все зашло прямо снаружи, в бухту. И мы стояли, у нас такая лодка болталась. Короче, мы сняли с якоря. И идем сейчас на якоринг, который идет южнее островов Гили. Там закрытая акватория, которая будет нас защищать от этого направления. Ну, у меня в моих прогнозах, что он через пару часов все-таки стухнет. Потому что ветер с этой стороны не должен, по прогнозу. Но, может, под какую-то тучу он и поддувает. Короче, мы сейчас и будем искать более спокойное место. Потому что так ночевать было бы, ну, просто супер некомфортно. Тут, как обычно, на подходе куча всяких мелких буйков. Мы их сейчас все обойдем. И есть на Навиониксе, вот там, где стоит вот эта шхуна,
Там написано типа Mooring Service. Ну, то есть якобы какие-то есть буйки. Но непонятно, где эти там буйки. Ну, пока еще рано что-то говорить. Мы туда подойдем поближе. Но проблема в том, что у нас до захода осталось 10 минут. А здесь после захода проходит еще 15 минут и уже темно. Поэтому нам нужно, ну, не то чтобы мы торопимся, но и не то чтобы мы там сидим сопли жуем. Так, ну что, мы успели. Как раз перед тем, как потемнело тут. Не знаю, что этот буй, короче. От него такие огромные веревки идут. Наверное, что-то большое. Надеюсь, нас не сгонят с него. Ну, здесь есть. Вот там буек есть. Вот буек. Там еще. Короче, если что, мы тут их вон вообще еще спереди целая куча. Просто ночью не хотелось бы этим заниматься. Ну, надеюсь, что будет все хорошо. Ну, в общем, вокруг стоят куча лодок. Добрым утром всех, у нас новый день, и мы сейчас выходим из этого места, где мы просто переночевали. Мы тут даже не будем выходить на берег, потому что, ну, видно, что какие-то коммерческие постройки здесь. Идем на Gili Air. Здесь все просто, запускаем мотор, сбрасываем муринги и выходим. У нас там пару миль, и мы на месте. Вот спереди этот островок, это Gili Air, на него мы и идем, и прямо по прямой якоринг, я думаю, тут 2 мили до него, может быть 3, и мы на месте. А вот буёчек, сейчас мы на него идем, или вот этот, который слева. Давай на этот, на тот, который прямо. Хорошо. Ну что, welcome to Gili. А тут Дина выставляет, чтобы они одинаковой длины были. Ну, сейчас развернемся, да, выставишь. Дрессируешь? Дрессирую. Thank you.
Так, вот мы приехали на этот пирс. Пирс, кстати, такой, видно, что много на него паркуются. У нас тузик есть. То, что нас встретило на острове Гили Эйр, это совершенно туристическая инфраструктура. То есть видно, что все заточено под прием туристов, причем в огромных и невероятных количествах. Ну и туристические лодки тоже. Кучин. Такой хорошенький. Видишь, тоже бобтейл. Ага. Особенностью данного острова также является то, что здесь полностью запрещен транспорт на двигателях внутреннего сгорания. Поэтому здесь вы не встретите ни одного мопеда, ни одного скутера, который сжигает топливо, а все сделано на электрической тяге. Ну и вот увидите лошадей, то есть на них возят различные грузы. И вообще это все выглядит странно, потому что, с одной стороны, я так понимаю, они захотели сделать что-то за экологию, а с другой стороны, вы видите использование этих несчастных животных, которые в жару, а здесь реально жарко, там больше 30 градусов, и на них возят туристов, возят чемоданы, какие-то строительные материалы, и эти бедные животные на солнце ходят. Ну, в общем, это выглядит все достаточно грустно. Но, наверное, то, что они не используют двигатели внутреннего сгорания, это с другой стороны неплохо. Ну, здесь большое количество велосипедов, и в любом отеле есть велики, вы можете взять и поехать кататься по острову, хотя кататься здесь практически некуда, потому что остров сам маленький. Ну и вся инфраструктура вокруг, это ресторанчики, барчики, в общем, совершенно стопроцентная такая инфраструктура, заточенная под туристов. В общем, для нас, как для яхтсменов, это место нам не нравится, плюс буи, на которых мы стоим, через несколько дней здесь был шторм, и уже задним числом мы видели, как несколько лодок с буями поутаскивало на берег, и их потом местные жители с этих рифов снимали. В общем, сами понимаете, это все не для яхтсменов сделано, ну, как бы и не надо. В том баре нам сказали, у нас нет лицензии на пиво, поэтому мы пришли в другой. I'm bagus. Тут такое серьезное меню. Да? Да, здесь так по-взрослому. Вот, например, World Chicken. В ресторан пришел. Вот нам бинтан принесли. Чинчирин. Драфт бир, между прочим, ты понимала. Но какое-то как будто разбодяжное по сравнению с тем, что... Будем бутылочное брать. Что вам такое принесли? Мама, какое ведро. Класс. Ну, вкусненько. У меня пока только... Блин, да, это будет fish and chips for me. Yeah. If you eat this, we can then take this. Okay. Just blue. Oh. Okay, just take. It's enough. Я решил не рисковать и взял себе fish and chips. Но, судя по вкусной еде, которая вокруг, у меня был самый фиговый выбор. Ты был самый консервативный. Ого. Ты дашь мне поесть или нет? Нет, не дам. Итак, тут такая серьезная длинная улица. И, кстати, здесь, по-моему, запрещены скутера с обычными бензиновыми моторами, потому что я никого тут не вижу. Только электробайки, ну, велосипеды. Наверное, тут вообще запрет. Харам. Так, мы теперь сошли с основной дороги и идем по какой-то непонятной. Мы должны выйти, наверное, куда-нибудь к пляжу, потому что это от основной дороги в сторону идет. А здесь, по-моему, велики вместе с котами только в аренду даются. Смотри, вот еще этот домик. Пока
Вау! Вау! Ты посмотри, какой трюкач! О, Рустер! Рустер спортив. Лекок спортив. Дай в конь. Вот это я понимаю, дай в конь. Ластами. Ну, в ластах гребет. Подкован ластами. Время мороженого. Не вкусное. Самое дорогое фисташковое. Да? Но оно и самое вкусное. Ну, мы остальные пробовали. Но это прям элитное. Класс. Нравится? Угу. На острове Гилиэйр мы стояли на буе рядом с рифом. И мы решили проехать там метров 300, наверное, до рифа, нырнуть и посмотреть, что же здесь под водой такое. И мы посмотрели, что эта точка не обозначена для дайвинга. Ну и вот вы видите, что здесь совершенно ничего под водой нет. В общем, можно было даже сюда не ездить. Но иногда, когда ты не знаешь, какая локация хорошая, иногда стоит просто там проехать по кругу, засунуть голову под воду и посмотреть, что здесь есть. Еще сложностью тут было огромное течение, потому что мы поехали купаться на мидтайде, и вот вы видите сейчас, с какой скоростью я лечу, это я не машу ластами, меня просто волочит течением. Поэтому здесь нормально время проводить не получилось из-за течения и неинтересного мира под водой, поэтому мы сейчас собираемся и едем на другую точку, которая здесь обозначена на карте как место, куда вывозят всех туристов на снорклинг. По расстоянию где-то, наверное, минут 10-15 у нас занял тур. Мы приехали, тут есть буи, за которые можно привязать тузик и оставить лодку, не бросая якорь. Я обычно люблю такие мероприятия, потому что, ну, все равно, как бы вы аккуратно якорь не бросали, если он не 100% лежит на песке, он может там чуть-чуть цепануть коралл. А если есть возможность, чтобы не портить риф, даже случайно, то мы предпочитаем, если есть вот такие инфраструктурные буи, мы на них становимся и уже с них спокойно ныряем. У Дины ее камера, которая она делает великолепные фотографии, у нее есть Instagram, ссылочка будет вот сейчас в описании под видео и тут на экране. Можете заходить, смотреть, каких невероятных рыб она фотографирует. Но у нее фишка, она фотографирует, а я снимаю видео, поэтому у нас разный сетап оборудования, разное оборудование. Наверное, там в ближайшем будущем мы вам расскажем, на что мы снимаем. Но пока давайте посмотрим на риф, который находится на Гилиэйр. Риф живой, нету большой перепад до высоты, то есть все достаточно такое плоское по дну расположено. Но кораллы живые, и особенностью здесь является то, что невероятное количество рыб. Тут также растят кораллы, и на дне можно видеть металлические фермы. Это интересно тем, что вокруг них собирается большое количество разных карасей, и получается их классно поснимать. А так просто ты плаваешь в таком супе из рыб, и их здесь вокруг невероятное количество, и рыбы-хирурги. Ну, в общем, вы их уже знаете в лицо по нашим предыдущим роликам. Есть небольшой свал, который идет возле рифа, там уже рыбы побольше, и там тусят дайверы. Мы же просто снорклим, там наша глубина нормальная, это где-то до 5 метров. Мы снимаем все, а если вот что-то там посмотреть или какая-то рыба забежала в глубину, то мы ныряем до 10 метров, но это так, на дно и обратно. В общем, мы решили в ближайшем времени заняться тюнингом, то есть пройти курс по фридайвингу, чтобы вам показывать больше интересных рыб, но это будет чуть-чуть попозже.
Еще момент, который мне здесь не понравился. Вот увидите, какая-то сливная труба, которая идет под водой вот в таком красивом рифе. Отель, который стоит на берегу, и что-то по этой трубе явно сливает в воду. И я решил посмотреть, куда он идет. Но они единственное, что провели эту трубу по мелководью и пустили ее туда прямо на большую глубину. В общем, что по ней сливается, надеюсь, что дождевая вода. Но есть у меня ряд сомнений по этому поводу. В общем, странно видеть в месте, в котором ныряют туристы и смотрят на рыб, какие-то трубы, которые идут из отелей и что-то сливают за борт. Как я вам говорил ранее, здесь можно увидеть много рыбы, и они здесь ходят стайками. Вот видите сейчас стаю рыб-хирургов. Они не боятся, за ними можно плавать. И сейчас вот я подхожу к стайке бэтфишей. Это маленькие особи, они держатся такими небольшими группами. А когда они подрастают, они становятся более круглыми. И у них вот эти вот плавнички, вытянутые кверху, они уходят. И рыба становится такая менее красивая, но очень странные изменения тела у этих рыб происходят. Вот эта рыба уже немножечко постарше, и она становится, вот видите, такая более круглая, и вот эти плавники, которые сзади, у вообще взрослых рыб, они полностью уходят и становятся такими маленькими. В общем, вот Дина у нас тут лезет за фотографиями какого-то очередного невероятного подводного животного, скорее всего, это рыбы, потому что каких-то мест жителей типа нудибранчи мы здесь не увидели. Этого вы уже, парня, знаете по нашему этому же ролику, только немножечко раньше. Это рыба, которая имеет большое количество имен. Ну, это вы уже в курсе дела. А вообще, риф здесь мне, не могу сказать, что понравился. То есть, просто он интересен рыбами. Но вот это вот туристическое вау-вау-вау, Гили Эйр, великолепный подводный мир. Я не знаю, может быть, какое-то другое место и действительно великолепное. Но то, что мы видели здесь, это, ну, обычное. То есть, если вы уже приезжаете туристом потусить на Гили Эйр, то, наверное, да, но специально за снорклингом, ну, это точно не то место, в котором мы были, может, какое-то другое подойдет.